Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Red Washing Tycoon. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. А перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну из этих реклам. Далее на сайте побудьте где-то 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. А что нам нужно дальше? Если у вас нету никакого чита, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать Star. Также Star используется без ключ-системы, а Splash с ключ-системой. Ну, какой чит вам больше нравится, тот и скачивайте. Далее возвращаемся обратно. В поиске пишем Red Washing Tycoon. Нажимаем поиск. Пока что на сайте есть только один скрипт, но возможно в дальнейшем их будет больше. Чтобы его получить, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру, открываем чит. В настройки заходим, ставим DLL от RNL, потому что сейчас, как вы знаете, DLL от VRDevs очень плохо работает, так что всем советую использовать DLL от RNL. К сожалению, DLL от RNL используется с ключ-системой тоже. Но там, в принципе, ключ несложно получать. Значит, смотрите, нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, пока мы с вами заинжектимся. Короче, ключ нужно получать один раз в день. То есть, в следующий раз у вас ключ попросит только на следующий день. Полностью один день, когда вы введете ключ, можете спокойно пользоваться. Вот здесь, короче, появилось окошко, оно у меня пропало, потому что ключ я уже сегодня вводил. Значит, смотрите. Там в этом окошке есть ссылка. Вы эту ссылку копируете, вставляете в поисковую строку браузера. Далее нажимаете Enter. Проходите капчу. Потом вас перекидывает на сайт. Вы на том сайте ждете 15 секунд. Далее еще раз эту ссылку вставляете, нажимаете Enter. Проходите капчу. И так нужно сделать около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас уже покажется ключ. Вы этот ключ копируете, вставляете в это окошко, которое у вас открылось, нажимаете Enter, оно закрывается и у вас происходит инжект. Далее вставляем сюда сам скрипт и нажимаем кнопочку Xcode. Вот он появился, как видите. В принципе, довольно простые функции, но самые полезные, которые здесь есть. В принципе, здесь особо других функций, я думаю, нету. Как видите, у меня сейчас очень много мышей. Нажимаем функцию, то есть включаем функцию AutoCollect. И они сразу у меня за один раз все собрались. Отлично. Далее, функция AutoWash. Это мы помещаем их в стирку. Как видите, было там 80 с чем-то и стало 312. И каждый раз это число прибавляется. То есть, смотрите, оно сейчас потихоньку убывает. Оп, и сразу на 3 прибавилось. Очень полезные функции. Далее спокойно можно, получается, покупать больше мышей, чтобы спавнилось. Давайте еще купим. Также нужно ускорить процесс, получается, чтобы мыши быстрее мылись. Покупаем за 20 баксов, далее за 50. И вроде бы как они должны либо быстрее падать, либо больше давать. Я точно не знаю, за что этот апгрейд отвечает, но он, короче, отвечает вот за эту мойку. Сколько там следующий апгрейд стоит? 50. Теперь давайте проверим функцию автоапгрейд. Включаем ее. И, как видите, она тоже работает. Здесь была покупка за 50 долларов, теперь ее нету. Далее следующая покупка 100 долларов стоит. Ну, давайте подождем, когда у меня 100 долларов накупится, и посмотрим, купится она еще раз или нет. Ну, то есть, когда деньги будут на балансе. Да, отлично. Как видите, она автоматически купилась, когда у меня есть нужное количество денег. Это очень круто. Выключаем автоапгрейд. И также здесь есть какая-то кнопка автообе. Давайте проверим. Я ее до записи не проверял. И, короче, как я понял, я прохожу какое-то обе. Ага, и мне дается x2 к моим монетам. То есть раньше мне давали за одну мышку, за простую,
2 доллара, сейчас дают уже 4. Отлично. В принципе, довольно полезная штука. Сейчас получается, когда таймер пройдет, по идее, ее можно будет заново получить. И как только этот таймер проходит, у вас автоматически это обе за одну секунду проходятся, и у вас опять x2 монеты идут. Очень круто. А, включаем автоапгрейд. И как видите, еще два апгрейда у меня сделалось, на которые хватало. Отлично. В принципе, можно прокачать. А, нет. Пока что нельзя, потому что довольно много стоит. Ладно. Смотрим, что сейчас еще купится здесь. А вот еще купился какой-то апгрейд. Ну, это получается апгрейды для мышей. А вот здесь апгрейды получается для стирки. Или для мойки. Ну и в принципе по функциям здесь вроде бы все. Так что на этом, я думаю, буду потихоньку заканчивать. А кому понравился скрипт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. На этом все. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.